Сахара и Морской бульвар. Похолодание было написано 20, у нас 35. Вот это вид, вот это, конечно, класс. Прибыл сюда, и уже надо спуститься, наверное, вниз к морю, чтобы уже посмотреть на пляж. А вот такая церковь есть еще. Красивые соборы, храмы. Тут уже не видно городской пляж. Тут уже левый берег. Канал, залив. Конечно, прикольно, красиво. Место, место, конечно, красивейшее. Отличный вид, конечно. Так, как мне спуститься? Тут или тут? Непонятно, наверное, но я спустился с той горы и буду ехать вниз. Так, там дом, наверное, а здесь такая улица, улица Лозовая называется. Батареи на телефоне много, а вот памяти мало, надо очищать телефон, удалить фотки, кэш, всякую ерунду лишнее. И будет хватить мне памяти. Опа! А здесь уже более-менее понятно. Здесь мне всегда нравилось. Я очень редко здесь был. Но тут вообще простор, конечно. Хайлонг. Кафе такое прикольное. Так, сейчас приедем ближе к пляжу. Это вообще как другая страна уже. Это вообще как уже другое место. Курорт. Новый курорт. Такой пляж. Шлаковая гора, наверное, рыбаки там. Такое море. Это еще не все, но говорю сразу, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я скоро приеду обратно. Это видео на два разделю, потому что у меня памяти нет. Отсюда уехал. Да, я шучу. Надо оставаться. Я буду даже ехать обратно в центр города. В чем еще смешно этого пляжа? То, что он по колено. В общем, надо далеко идти туда.
купаться. И волны вот там вдалеке. Потому что там тоже мелко. Море и очень много медуз, конечно. Вот здесь есть такие остановки. Они, наверное, еще с Советского Союза остались. Когда-то сюда ходил автобус прямо на этот пляж. Я так предполагаю. Вот старые добрые такие площадки спортивные. Уже можно что-то поделать. И парк, пляж. Прошу прощения. Сейчас среда, где-то 4 часа вечера уже. Спасибо, кто это смотрел видео до конца. Всем желаю всего доброго. Отдыхайте. Набирайте сил летом. И желаю всем хорошего настроения. И до новых видео, до новых встреч. Пока-пока. Сейчас просто доеду уже до конца. Здесь поснимаю чуть-чуть море, природу, и буду ехать обратно. Ехать где-то час, так что нормально. Так вот, быстрее. Домики прикольные. Напротив прямо море. Ого, вот это прикол, конечно, вот это место. Так. Акварина. И здесь еще такое кафе прикольное. Сейчас, секунду. Вот не доехал бы, не глянул бы. Прикольно. Это класс. Такое я, честно, не видел и не видал. Ну, туда я уже не буду ехать, это уже выезжать из города. Все, всем спасибо за внимание. Буду ехать обратно. Подписывайтесь на канал, поддержите меня, канал. И вам всего доброго, всего хорошего. Пока-пока. Спасибо, что были, уделили не минутку, а минут 10 внимания.
Ехать, еду и иду. Деликатес. Я устал. Устал ехать. Но надо ехать. Не так уж осталось много. Уже центр города.